Хитро. Вперед, вперед. Ой-ой-ой, ребятки, вы перевели. Вот тут копы, копы, ребята, вы видели? Это были копы. Надо им бомб накидать. Ой-ой-ой, давай, давай, газуй, 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 газуй. Сзади копы, ребята, вы только посмотрите. Копы все готовы сделать, чтобы меня арестовать. Все, мы им кинули бомбочку, ребятки. И они, так сказать, просто-напросто удрали. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство. С вами, как всегда, Юра, ребята. И сегодня мы будем с вами играть «Машина ест машину». Вот такая у нас, ребятки, игрушка. Ну что ж, поехали, ребятки. Первый уровень я уже прошел. Осталось нам, ребятки, продолжить эту замечательную игрушку. Долго мы ждали выхода этой замечательной игры, ребята. И вот, наконец-то, сегодня мы с вами в нее поиграем. Так, ну что ж, ребятки, давайте перейдем, собственно, к самому процессу. Так, играть, конечно же. Копы сделают все, чтобы вас поймать. Надо быть, ребятки, более бдительными и более крутыми, чтобы уходить от этих ненавистных копов, которые так за нами будут гнаться. Так, ну что ж, ребятки, нам предлагают покрутить спин. Давайте покрутим его и посмотрим, что же мы сможем выиграть. Хах, прикольно, ребятки, прикольно. Ваш выигрыш вот такой вот. Взять, отличненько. Так, уровень 2, 3, 2, 1... Поехали, ребята! Ой-ой-ой-ой! Джун-джун-джун-джун-джун-джун. Так, включаем нитро. Вперед, вперед! Ой-ой-ой, ребятки, мы перевели. Вот тут копы, копы, ребята, вы видели? Это были копы. Надо им бомб накидать. Ой-ой-ой-ой, давай, давай, газуй, 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 газуй. Джун-джун-джун-джун. Сзади копы, ребята, вы только посмотрите. Копы все готовы сделать, чтобы меня арестовать. Все, мы им кинули бомбочку, ребятки. И они, так сказать, просто-напросто удрали. Так, давайте обгоним вот этого чувака. Ой-ой-ой, надо же перескакивать. Будь аккуратным, Юра. О, нитро, молодец. Вот так вот, ребятки, отлично. Тихо-тихо-тихо, здесь копы пытаются нас, ребяточки, заманить. А мы сейчас от них уйдем вот так вот. Давай-давай, газуй-газуй-газуй, малыш. Нитро, отлично. Ох, ребята, я переворачиваюсь, как непонятно кто. Но, тем не менее, ребятки, это просто замечательно, я вам хочу сказать. Это просто крутецкая игра. Давно я в такую крутую игру, ребятки, не играл. Так, тихо-тихо-тихо, давайте бомб ему накидаем. О, отлично, ребятки. Теперь уходим от полиции. Отличненько, дорогие друзья. И мы с вами прошли этот уровень. И это просто классно. Так, victory, поздравляем. 3 золотые значка мы заработали. Так, и да, вот тут нам, ребятки, предлагают перейти в гараж. И что мы здесь можем с вами сделать? Давайте-ка посмотрим. Так, улучшить броню. Ребятки, давайте улучшим броню, наверное. О, вот только посмотрите, как это круто было. Так, ну давайте назад. И, наверное, давайте... Ого, у нас не хватит, ребята, чтобы урон наносить автомобилям. У нас не хватит кристаллов или рубинов. Так, давайте, рубинчиков не хватает у нас. Так что давайте поедем. Лучше поиграем в игру. И поедем, будем дальше проходить, ребятки. И зарабатывать все, что только мы хотим зарабатывать. Так, ну что ж, ребятки, уровень 3. Поехали! Ого, какая полицейская тачка прикольная. Посмотрите, копы сделают все, чтобы вас поймать. Хорошо, будем знать, что копы это непростые чуваки. Так, ребятки, ну как всегда нам предлагается здесь покрутить спин. Давайте сделаем это. Ох, ребята, отличненько. Просто круто. Так, берем. И погнали! Давай, газу, газу, малыш. Опа, отличненько. Ой-ой-ой, перевернулись. Подождите, давайте на колесико. Вот так вот. О, ребята, вы видели? Хо-хо. Вот это я. Ой-ой-ой, полиция, ребятки, давайте бомбу ей. Бомбу вот так вот. Она попала под бомбу, под мою. Поехали дальше. Так, этого чувака нам надо... Ты ж мина экран. Кто это меня поймал? Ребята, кто это меня поймал? Вот так вот, ух. Меня хотела поймать полиция. Вы видели это, ребятки?
Так, давайте. О, отличненько, ребятки. Рубины. Ого, бомбы, ребятки. Эти бомбы поразбивали всех практически. Вы это видели? Так, отличненько. Бомбу сбросили на полицейскую машину. И это просто классно. Так, ребятки, давайте газу. О-о-о-о. Вот это у нас нитро, ребятки, нас понесло. Вы видели? Вот это да. Ой-ой-ой, опять полицейский автомобиль, который, ребятки, мы вот так вот с вами разбили. И теперь продолжаем игру. Давайте нитро. Вау! Бабах! Тихо. Давай, Юра, переворачивайся. Давай, молодец. Отличненько. Ой-ой-ой. Круто. Ой-ой-ой. Тихо. Что же происходит здесь? Ребята, что же мы здесь видим? Отлично. Теперь нитро. Давай, Юра, давай. Нитро. Пошел. Отличненько. Ну, молодец. Классно. И мы прошли этот уровень, и двери закрылись. А кто не успел, ребятки, я не виноват. Тот опоздал и не успел проехать. И таким образом попросту проиграл. Вы представляете это? Так, ну что ж, ребятки, давайте перейдем, наверное, в гараж. Посмотрим, сколько у нас есть рубинов, и сможем мы хоть что-то купить. Так, скорости мы можем... Нет, скорость стоит 600, ребята. Турбо стоит 350, у нас не хватает буквально 36 очков. И урон стоит, ребятки, 400. Так, ну что ж, у нас не хватает пока ни на что, ребятки, денег. Ой, что это такое? Пчеранья. Ребятки, это такие машинки, которые еще закрыты. Комбайн. Ого, посмотрите, архивер. Ребята, локомашина. Вот это автомобили. Это мы с вами уже будем потом, ребятки, открывать. И для того, чтобы их открыть, нам надо победить босса. Так, ну что ж, ребятки, поехали дальше в город кататься и зарабатывать очки. Комбайн настоящий этот, ребятки, что там мне хотела сказать. Так, ну что ж, ребятки, уровень 4, поехали. Копы сделают все, чтобы вас поймать. Посмотрите, какая крутая полицейская, ребятки, машинка, не правда ли? Это просто замечательно, я вам хочу сказать, ребятки. Так, давайте крутить спин. И что я тут вижу, ребятки? Отличненько, мы выиграли 10% рубинов и 5% защиты. Так, уровень 3, 2, 1, поехали! Пошел, малыш, молодец. Вот это автомобильчик, вот это мне нравится, он реально крутой, ребятки. Давай, малыш, еще совсем немножко. Ой-ой-ой, ха-ха-ха-ха-ха. Ой-ой-ой, ребятки, что это я сальто кручу, непонятно как хочу. Ой-ой-ой, вот это прикольно в действительности, вы только посмотрите, ребятки, в натуре круто. Так, давайте бомбами вот так вот подорвем этих злых и нехороших полицейских, которые постоянно меня хотят взорвать, куда же это годится-то? Так, погнали. Давайте вот так вот вытолкаем его. О, мы его, ребятки, разбили вообще как окончательно. Так, полицейскую подрываем. Бомба, отличненько. Все. Так, тихо. Давай, переворачивайся быстрее, Юра. Да что ж ты будешь делать? А, давайте бомбу полицейскому подкинем. Вот так вот. И давай, Юра, газу. Отлично, ребятки, мы съели автомобиль, который был перед нами. Мы его, ребятки, просто-напросто сожрали. И это просто круто. Так, ребята, ого, смотрите, как мы с клетки даже с вами выползли. Давай, ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Всех автомобилей поседаю. Давай, Юра, отличненько. Я успел проехать, как буквально передо мной, ребятки, чуть не закрылись двери. Вот это круто. Я все-таки успел проехать. И это просто, ребятки, замечательно, я хочу вам сказать. Так, ну что ж, давайте, ребятки, перейдем в гараж и посмотрим, что нас здесь ждет. Так, а ждет нас, ребятки, здесь буквально следующее. Так, ребят, смотрите, здесь мы можем либо урон повысить, либо турбо. Я предлагаю повысить урон. Он стоит 400, так что все, ребятки, мы теперь сможем наносить урон нашим злодеям, еще больший урон, и сможем проходить эту игру все дальше и дальше. Так, ребяточки, 5-й уровень, дроны лучшие помощники, ребятки. Так, все понятно. Та-та-та-та-та. Поехали. Так, ребятки, 5-й уровень, и мы погнали с вами. Воздушное пространство патрулируется. Ребятки, полицейские вертолеты, оказывается, тоже есть, которые за нами будут впоследствии, я думаю, гоняться. Стоит учитывать этот факт, что они есть, ребят. Так что давайте не спать с вами. Отличненько, ребятки. Посмотрите, сколько я всего выиграл, и это просто классно.
Так, берем все, что нужно. 3, 2, 1, 5 уровень. Погнали на старт. Давай газу, газу, Юра. Давай, 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 нитро пошел. Взлетай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, на ноги становись. Теперь взлетай. Ох, классно, ребятки. Посмотрите, сколько я рубинов собрал, пока крутился туда-сюда. Ого-го-го, давай еще совсем. Ой-ой-ой, ребятки, вертолет. За мной прилетел вертолет. Давайте бомбочку кинем злым и нехорошим полицейским, которые сзади за нами едут на автомобиле. Давай, 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 Юра. Поехал, поехал, поехал. Отличненько, я съел полицейскую машину, ребят. Вы это видели? И это было просто замечательно. Так, 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 давай, Юра, крути, крути, сальто резче. Ой-ой-ой, на что это я упал? Что это за защита такая у меня? Давай, 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 становись на ноги. Ох, отлично, ням-ням-ням-ням-ням, вкусно, как моя машина все съедает. Хо-хо-хо, ребята, вы видели, я попал на машину, на крышу и попросту проломил ее. Ребята, опять полицейская машина, давайте бомбочку ей дадим, вот так. Ой-ой-ой, ребятки, мы разлетелись, вы видели, как мы разлетелись? Восстановиться, ребятки, давайте, не распредел. Ай, ребяточки, и все. Мы с вами арестованы. Но не стоит, ребятки, расстраиваться. В следующий раз, я думаю, нам повезет больше. Так, ну что ж, дорогие друзья, мы с вами сегодня познакомились с игрой «Машина ест машину 3» или, ребятки, «Хищные машины», «Car eats car», или, как еще говорят в народе, просто «Хищные машинки». Так, ну что ж, дорогие друзья, подписываемся на мой канал, ставим пальчик вверх. А с вами был, как всегда, Юра, ребята. Пока-пока.